Вихочка, в центре, пожалуйста, сделай. Вас развязался свой.
И ничего не делаете, так и боретесь. Если команда стоит по Т, вот в этот момент не развязывают пояс, а просто поправляете кимоно. Если у вас сильно пояс развязался, судья показывает, например, Андрею, заправился. Тогда ты можешь развязать пояс и заправиться. А если судья не показал, ты просто поправляешь, без развязывания кимоно. Боремся, глупо, ну, арумпе, до минуты, без бросков. Ре. Так, девочки, сели туда. Yes,
не считают удержание. Я знаю. Ну так выходи, это вот четыре дальнейшие. Хорошо. Молодец, умница. Молодец. Молодец. Молодцы. Возьму и не надо подать другой подход. Можно.
Ну смотри, я тебе объясню. Покажи. Вот это, да? А куда ты бросаешь? Сюда, да? Смотри, просто ты бросаешь, чтобы руку не выставил, да? Тоже надо бросать, да, по-моему, где? Ну как? Отвечать можно по телефону? Как же? Все, подожди. Ну вот, понимаешь, я здесь крыса, что он все держал. Андрей, стоечку, стоечку. Петя заправился. Вот, зацеп стопой, да. Вот зацеп стопой как раз. Снаружи. Поделаешь сейчас я. Как бы тебя ставить. Я просто кофе выпил и пожрал. Ну, это у меня же было. Мол, судили его.